Друзья, всем привет! Прекрасного вам дня! Ой, смотрите, что с нами в этом году делает зима и весна. Представляете, вот сегодня 25 марта. Уже апрель на носу. У нас зима. У нас настоящая зима. У нас идет снег. Еще ветер, метель. Как так, да? Когда уже это у нас кончится? Наверное, никогда, потому что я очень сильно жду весну, тепло. Потому что я очень сильно теплолюбивая. Я холода боюсь, я ветра боюсь, я снега боюсь, морозов боюсь. Вот и поэтому у нас и получается нет весны. Вот так-то. Вот у нас как-то вот так. 25 марта. У нас снег и метель. Так что вот так мы и живем в Кургане.